Апеннинского полуострова в 2004 и 2008. Седьмая после короткой программы. И сейчас начинается заочная борьба между Маркей и Каролиной Костнер за, только представьте, место на Олимпийских играх. Конечно, у Каролины здесь серьезное преимущество, но если она даст сбой, а Маркей откатает идеально свою произвольную, кто знает, как в итоге распорядится этим самым местом в Ванкувере Итальянская Федерация. Судя по этому прокату, фигуристки, которые тренируются под руководством Николая Морозова,
будет крайне сложно убедить Федерацию в том, что она достойна занять место в сборной на Олимпийские игры. Каролина Костнер мало того, что в короткой программе не сделала фактически ни единой ошибочки, плюс ко всему и сейчас ей достаточно просто не повторить того, что натворила Валентина Маркей. Но сейчас начинается уже борьба между ней и Ксенией Макаровой. Точнее, борьба-то уже закончена, осталось только дождаться оценок арбитров. И, как мне кажется, сейчас судьи должны быть достаточно строги к итальянской фигуристке. И уж точно не должны поставить ее ниже нашей спортсменки. 92,79, напомню, результат Ксении Макаровой после короткой программы между ней и Валентиной Маркей из Италии было... Была разница в 1,28 балла. Согласитесь, совсем не та разница, которую не может отыграть Макарова, даже несмотря на свое падение с все того же злополучного тройного флипа. Смотрим, что же там нам продемонстрировала Валентина Маркей. Но, судя по всему, спортсменка, даже несмотря на свой опыт, не выдержала напряжения. А ей в текущем сезоне исполнится 24 года. Она уже шестой раз принимает участие на чемпионате Европы. Четырехкратная участница чемпионатов мира. А вот на Олимпиаду никак ей пробиться не удается. И в 2006 году она не сумела доказать свое право на попадание в сборную команду для участия в главном старте четырехлетия. И в 2010-м сейчас все карты на руках у ее основной соперницы и, пожалуй, главной претендентки на золото этого европейского чемпионата, двукратной чемпионки Европы Каролины Костнер. Такое впечатление, что очень скована была Валентина во время своей произвольной программы, и волнение не дало ей возможности чисто исполнить ключевые элементы программы. Нет, тем не менее, арбитры ставят ее выше по сравнению с Ксенией Макаровой. 94-12 результат Валентины Маркей. У нашей спортсменки 92,79. Россиянке она не проигрывает, но уступает и Саре Майер, и Юлии Себестьен. Набирает меньше, чем 150.